Они знают, что их спасают, в этом нет никаких сомнений. Они понимают, что им хотят помочь. Правда же, малыш? Обязательно тебя спасем. Дуглас Пеннингтон не носит плащ супергероя, но для десятков кошек в этом приюте для животных он настоящий спаситель. И, глядя на Дугласа, сразу становится понятно, как сильно его волнует судьба этих четвероногих. Я стараюсь никуда не торопиться, постоянно их глажу и успокаиваю, разговариваю с ними. Некоторых чешу за ухом, других просто глажу. Дуглас работает в небольшом приюте для кошек в Калифорнии. В последнее время он занимается тем, что перевозит кошек из этого приюта в другой питомник, находящийся в Сиэтле, штат Вашингтон. Такой переезд объясняется тем, что необходимо освободить место для животных, которые оказались в пострадавших от пожаров районах и которым некуда деться. Приюты зачастую забиты под завязку. Никто в приюте не думает, что кризис позади. Многие жители не могут вернуться в свои дома из-за пожаров. Многие даже не знают, где им жить в ближайшее время. Так что единственное, чего мы хотим, помогать тем приютам, которые находятся ближе к пострадавшим районам и в которых просто нет мест. Наша задача – помочь тем, кому нужна помощь. Эти пушистые четвероногие совсем скоро окажутся на борту самолета, но Дуглас ни на секунду не сомневается, что пройдет совсем немного времени, прежде чем они найдут себе заботливые семьи и постоянных хозяев. Мне спокойно от того, что я знаю, что их скоро возьмут к себе любящие семьи. Таких животных всегда быстро разбирают. Проходит буквально день-два. Это замечательно.